26 жовтня у Грузії відбулися вибори. Перемогу отримала правляча партія «Грузинська мрія» з величезним відривом, результату майже 54%. Друге місце коаліція «За зміни» набрала лише близько 11%. Але такі результати не всіх влаштували. Були і суди, і акції протесту, і міжнародне невдоволення. Про всі ці процеси ми поговоримо сьогодні з дуже цікавим гостем. Будемо спілкуватися з Мамукою Гамкрелідзе. Це колишній посол Республіки Грузія в Китаї, Монголії та у В'єтнамі. Вітаю вас, пане Мамука. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Мамука, давайте вот начнем с такого наиболее общего вопроса. Как вы оцениваете выборы, и вот действительно ли имели в таких объемах фальсификации, по вашему мнению, как об этом говорит оппозиция? Ну, в первую очередь, спасибо за приглашение. Приветствую всех. Тут, понимаете, ничего нового для меня не было, если честно. Новостью была только технология электронные выборы, да, то есть с помощью специальных машин. В основном все было так же, как и раньше, и наблюдалось всегда, во все времена, к сожалению, надо сказать. Начинается все, знаете, за несколько месяцев до выборов, до дня выборов. Начинается с того, что устанавливаются списки тех людей, которые голосуют за правительство, против правительства, за оппозицию, и людей, которые вообще не ходят. То есть у правительства есть точная отборка всех людей, которые идут на голосование. И там начинается уже стимулирование тех людей, которые голосовали бы за правительство разными способами, в том числе деньгами или какими-то административными возможностями. И наоборот, то есть тех людей, которые не пойдут голосовать за правительство, а будут голосовать за оппозицию, их начинают прессовать. Это какие-то уличные товарищи, которые, в общем, криминалы, я бы так сказал, так называемые тетушки, да, как называют в русскоязычном обществе, или их подкупают, или там на них идет давление через административный ресурс, то есть если они работают на каких-то должностях, на них идет очень серьезное давление, и так далее, и тому подобное. Кто-то поддается, кто-то не поддается. Даже, дайте, идет вот такой разговор, что вы не голосуете за нас, просто не ходите на выборы. То есть это уже, знаете, отработанная такая система, которая работает давным-давно. Постоянно с этим мы сталкиваемся, и нет у оппозиции никаких возможностей, каких-то вот форм от этого давления увести людей. Ну, это очень сложно на самом деле, потому что в руках правительства есть и административный ресурс, есть и очень большое количество денег. И, кроме того, вот эти криминалы, они очень легко обрабатываемые правительством, и они, естественно, идут на поводу у правительства и прессуют вот этих людей. В общем, эта фальсификация, она не в тот день происходит, понимаете? А далеко за дня выборов, несколько месяцев. А в день выборов там тоже еще другие технологии включаются. Это технология каких-то каруселей, которые всегда тоже были вброс каких-то лишних бюллетеней. Ну, но этого уже стало мало, если честно, да, значительно меньше. Вот сейчас какая-то новая технология, уже с машинами какие-то проблемы. То есть по выборам получилось так, что голосовало больше людей, чем могло голосовать. По крайней мере, так говорят пока, да, вот эти неправительственные организации.
То есть реально столько людей в Грузии сейчас нет. Понимаете, нет столько избирателей, но получается, что вот все идут, голосуют и так дружно идут голосовать за правительство. У меня ощущение, что правительство проиграло. Это чисто субъективно, я не могу сейчас доказывать. Для этого сейчас есть специальные организации, это внеправительственные организации, которые работают, и они, наверное, установят что-то, и потом пойдут уже в суды и так далее, доказывать свою правоту. Ну, есть у нас такой, как это называется, такая ситуация, например, в одном из городов суд принял во внимание вот такой вот подход, что не то, что фальсификация, а неправомерность выборов из-за того, что там видны были вот точки, где вот чем вот фломастером там, да, Там 30 участков, если я не отмечали, да. ошибаюсь, да, и суд Как? отменил в первой инстанции же, да, а Да, потом в первое, да. апелляции. Да, вот Но меня пока... интересует апелляция. Это на суд надавили, по вашему мнению, Так. власти? Тут я, ну, никак не могу назвать суд свободным. Самая главная проблема Грузии как раз в том, что у нас суды абсолютно подчинены правительству, они абсолютно полностью политизированы. И это не новость тоже. Эти суды – это люди, которые перешли с прошлого правительства уже к этому правительству. То есть как они были подчинены в то время тогдашнему министру юстиции и главному прокурору, да, Адеишвили, который, кстати, в Украине. Вот так же они перешли к этому правительству, они взяли их под свою опеку, и сейчас они работают во благо как бы вот этого правительства. Так что... Извините, я вас перебью, но вот смотрите, первая инстанция все-таки отменила выборы. То есть Да? какой-то прецедент позитивный был. Естественно, как вы думаете, сейчас совсем все какие-то бессовестные? Да, есть совестливые люди, есть нормальные люди, которые действительно как бы стоят на стороне правды. Но, увы, к сожалению, вот высшие инстанции, Верховный суд, они все подчинены правительству. Ну, это, кстати, установило и Соединенные Штаты установили, и эти люди, которые вот в высших инстанциях нашего суда, они попали под санкции Соединенных Штатов Америки, под финансовые санкции и так далее. То есть, ну, есть подозрение, что они действительно, действительно, в общем, не очень чистоплотные в отношении права. Ну, кроме этого, понимаете, сам народ, он немножечко... Грузия – это бедная страна. Народ у нас бедный, и они, к сожалению, легко поддаются под давление, и они, понимаете, очень много людей живут на пособиях. И в местных органах, там те люди, которые заправляют местными органами, они пугают этих людей, что они у них снимут эти пособия в деревнях. Понимаете, там где-то 200-300 лари – это большие деньги уже. Ну, естественно, они боятся. Вот такая вот ситуация. В городе, конечно, совершенно другая ситуация. Я в первый раз почувствовал, вот в нашем районе, в вашем квартале, вот там, где я живу, там всегда голосовали за правительство. Это еще со времен коммунизма, знаете, вот такой район такой, знаете, там, где все жили высшие чины правительства, это изначально. По И привычке, всегда да. вот район был за правительство. А сейчас я видел, что вот эти люди, которые голосовали за правительство, не пришли вообще голосовать, и пришли те люди, которые действительно были за оппозицию. И Тбилиси, он на самом деле, да, уже вот основная масса, когда выходят на улицы вот эти как бы протестовать против правительства, вот там основная масса уже Тбилиси. Не нужно уже людей перевозить автобусами из районов и так далее. Вот так что... По вашему мнению, вот пока мы не ушли от темы протестов, вот улица что-то даст какие-то результаты? Боюсь, нет.
Боюсь, нет, потому что, ну, вы же видели, скажем, выступление в Беларуси. Что там дала оппозиции вот это, эти протесты, что дали? Ничего. То есть люди ходили, 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 ходили. Но если власть стоит на у таких органах, как суд, прокуратура, правоохранительные органы, все. То есть они все подчиняются правительству. Естественно, очень сложно. Без, скажем, революции. Но Че Гевара сейчас в Грузии нет, да и не хочется, потому что революция, она очень сложная штука, она ничего хорошего, в конце концов, не приносит, да, только смуту и как-то. Я думаю, что надо идти по правовому пути. Надо обязательно идти в суды, в международные суды тоже. Есть вот сейчас какие-то бумаги, то есть документы пошли из Евросоюза, где чиновники Евросоюза, они подписали большую, такую, не указ, а в общем, документ такой, я даже не помню, как называется этот документ. Документ, где написано, что обязательно правительство должно способствовать оппозиции, чтобы были выявлены вот эти случаи, и суды должны, и прокуратура должна расследовать вот и все эти случаи. Но поскольку они не очень доверяют нашему правительству, то и международные органы тоже должны подключиться к этим расследованиям. Да? Вот это, я думаю, что вот этот путь самый действенный, по крайней мере, и давление со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов Америки – это санкции обязательно. Но санкции не для Грузии, скажем. Вот идет разговор о том, чтобы отменить безвизовый проезд грузинам в Европу. Понимаете, если такая санкция будет, если отменят, я просто очень сильно удивлюсь, потому что если Евросоюз понимает, что голосовало большее количество людей в Грузии за оппозицию, то есть они голосовали за Евросоюз, за европейские ценности, то зачем их наказывать? Совершенно непонятно. Да? Наказывать надо конкретных людей, которые отвечали за конкретные случаи вот этой фальсификации. Есть люди, которые вот в правительстве, да, которые отвечают за это дело. Ну и если Евросоюз и вообще Запад говорит, что у нас есть неформальное правительство, неформальное правление, да, ну пускай санкции наложат на этих людей, да, но не на народ. Это будет, я думаю, что неправильно, неправильно. Вообще санкции надо принимать точечно, чтобы они действовали, а не как-то, значит, общие. Персонализированные, да, я вас понял. Да. Смотрите, но вы вот привели в пример Беларусь, да, где вы говорите, революция не дала ощутимых результатов. Но ведь санкции там дали еще меньшие результаты, по большому счету. По сути, склонив Лукашенко, развязав его руки в плане репрессий, против тех людей, которые выходили на улицы. Поэтому тут как бы тоже, если мы посмотрим, ну, результат так себе. А, ну, там революции не было в Беларуси, там только были Скажем так, мирная революция, да, протесты. как у нас, как у вас революция РОС, как у нас первая революция на 2004 года оранжевая, такого Да. плана. Ну, очень сложно сравнивать Грузию с Белоруссией, потому что у Беларуси еще есть какой-то, знаете, вот такая жировая прослойка, так сказать, потому что там есть индустрия, там есть сельское хозяйство, достаточно мощное. То есть они могут как-то, и у них очень серьезная помощь из России, они находятся в связке с Россией, получают от них энергоресурсы бесплатно, практически бесплатно. И, то есть Беларусь еще может выдержать без западной помощи. Грузии будет очень сложно. У нас сейчас уже появились такие разговоры, что ну, зачем нам Европа, когда у нас сейчас вот китайцы будут здесь инвестировать и так далее. Они не знают китайцев, а я их хорошо знаю. Они ничего бесплатно не делают.
То есть то, что делает, скажем, Запад для нас, это гранты, какая-то помощь, очень серьезная помощь, и очень по низким процентам кредиты, такого Китай давать не будет. И взамен еще Китай всегда требует политического влияния. А у нас есть такие, например, случаи, как с Монтенегро, например, да? Там большие сложности были, когда китайцы их кредитовали. И то же самое в Кении, то же самое в Пакистане. То есть сейчас сесть на кредиты Китая, ну, знаете, это смерти подобно для Грузии. Просто смерти подобно. Ну, очень надеюсь, что у грузинских властей хватит ума и как-то не станут брать так большие, по крайней мере, кредиты. Но я уже заметил, что здесь китайский банк начал работать. Уже первые кредиты пошли, скажем, обходной путь в Батуми, объездная дорога, пардон, в Батуми. Они на китайские кредиты сделали и так далее, и там подобное. Есть другие проекты тоже, но я немножко боюсь вот этого. Переключиться с Запада на Восток вот так резко ни в коем случае нельзя. Я не сторонник того, что у Грузии, как у маленькой страны, должна быть такая, знаете, однополюсное направление только на Запад. Наоборот, маленькие страны, они должны как-то эксцентрично работать, да, со всеми соседями, дальними соседями. То есть мы можем свободно и разговаривать, и работать и с Китаем, и с Индией, и с Ираном. Почему нет? Да, у нас есть какие-то связи. Турция, тем более, близкий союзники, сосед. То есть со всеми большими странами, в том числе Бразилия, пожалуйста. Но вот так, знаете, зацепиться только за одну страну, то есть ушли от Запада, Западной Европы, Евросоюза, и переключились на Китай, ну, это будет неразумно абсолютно. Если вот разделить вот эти, да, вот то же самое, вот скажем, вот такой пример. У нас должны построить глубоководный порт. И это, значит, должны сделать китайцы на свои инвестиции. С грузинской стороны тоже будут, естественно, инвестиции. Я бы не делал этого. Я бы обязательно создал большой пул, где бы участвовали не только китайцы, а и Казахстан, потому что у Казахстана есть свои интересы в этом порту. То есть это можно зерно оттуда, значит, в Африку возить. Или же, скажем, Индия, опять же, да, или же Турция, почему нет? Вот надо создать многовекторность в больших инвестициях. А у нас, к сожалению, понимаете, вот как-то вот так очень однобоко относится, меня это немножечко беспокоит. Ну, что поделаешь? Что есть, то есть. У меня такой будет довольно развернутый сейчас вопрос. Вот мы начали наш разговор с того, что, по вашему мнению, победила именно оппозиция, даже несмотря на то, что такой огромный разрыв между результатом грузинской мечты, да, и вторым местом. Вот. И получается, это же вот такая российская технология, да, которая еще при Ельцине была внедрена, да, и да и в принципе при нынешнем президенте России, чью фамилию мне немножко омерзительно называть. Вот. Дальше закон об иноагентах сейчас приняли. Да, вот идет такое чистое дрейфование в сторону России. В принципе, не реагирование на те сигналы, которые регулярно посылает Европа, то, о чем вы говорили, что вы свернули с европейского евроатлантического вектора интеграции. Вы идете не туда, все, ноль эмоций,
Молчок. Вот смотрите, не думаете ли вы, что Россия может в отношении вас такую же политику попробовать провести, как, например, в отношении Молдовы, когда с одной стороны она дала там какие-то инвестиции, дала дешевые энергоресурсы, с другой стороны через бывшего президента Игоря Дадона и олигарха Илона Шора такие создала огромные электоральные группы, которые ей обеспечивали там, скажем так, и нечестные выборы. То есть как бы и кнутом, и пряником. И при этом, естественно, угрожали, что попадя в Евросоюз, у вас там рухнет экономика, что энергоресурсы будут в 4 раза дороже, все такое. То есть вот возможно ли, что Россия таким образом сможет, по сути, установить отношения, современные отношения вассалитета с Грузией? Ну, почему так думать? А так и есть. С 2012 года так и есть. Вот эта группа, которая сейчас в правительстве, я не хочу называть их пророссийской. Они про свои, я бы так сказал, проперсональная группа, которая используют все те технологии, которые в России для того, чтобы быть все время во власти. И, знаете, она старается как бы и вам, и нам как бы вот так работать. Старалась до того момента, пока приняли вот этот закон, который противоречили духу, скажем, Евросоюза. Да? Но я так полагаю, что на самом деле они не стремятся в Россию, они не хотят так близких отношений с Россией, они просто не хотят в Европу. Они тупо не хотят в Евросоюз. Когда они ощутили, что после украинской войны действительно получилось так, что открылось окно возможностей попасть очень быстро и каким-то коротким путем в Евросоюз. Нам сказали, что мы вот открываем для вас все возможности. К 2030 году вы попадете в Россию. Это же огромные, как вам сказать, обязательства со стороны Евросоюза. Они не хотят этих обязательств. Они просто не выполняют все вот эти требования, которые нам дал Евросоюз. Просто не хотят выполнять. Евросоюз все равно пошел по тому пути, что ну, не выполняйте, не выполняйте, окей, ну как-то вы все равно получите, значит, так, статус кандидата, потом мы уже диалог с вами откроем. Вот тут они уже забеспокоились сильно. Если диалог откроют, то уже пути назад не будет. И взяли и приняли вот те законы, которые ну, полностью противоречат духу законов в Евросоюзе. И, ну вот это все, вот понимаете. Я так скажу, что вот эти люди делают все так, как в России. Не для России. Вот это у нас, понимаете, вот разница в оппозиции вот такая. Большинство оппозиции говорят, что это русская сила и что это русская мечта и так далее. Я думаю, что это мечта Иванишвили просто. Это его мечта, это мечта его соратников, которые здесь занимаются страшной коррупцией. Вы не представляете, народ бедствует. Абсолютно, понимаете, очень, очень бедный народ, особенно в регионах. А в городе, вот в каких-то районах, там ходят Бентли, Феррари, столько Порше я, знаете, в Германии не видел. Столько вот здесь в Тбилиси гуляют. Совершенно новенькие. Вы не сможете купить, например, Мерседес, новейший Мерседес в автосалоне, потому что там огромная очередь за ним выстроилась. То есть есть определенный класс людей, которые ну, просто жируют. Я не знаю, вот вроде измеряли здесь индекс Джини, вот эта разница, да, между богатыми и бедными. Я, честно говоря, не смотрел, но, наверное, она совершенно огромная просто, потому что очень большая разница в доходах. Ну, это небо и земля. Поэтому, понимаете, какая-то вот такая ситуация, такая же ситуация, как в России. Там вот Москва, Петербург, они, да, действительно очень, очень хорошо себя чувствуют. А регионы, они как-то серьезной бедности. И они правительством как бы вот принижаются, прессуются.
фальсифицируются выборы. Вот то же самое, что в России, что то же самое происходит здесь. Абсолютно то же самое. Народ потом молчит. Почему молчит? Ну, боятся. Это уже отголоски советских времен. Боятся начальников. Очень боятся. Всего боятся. Господин Мамука, у меня напоследок вот такой вопрос, который касается двух факторов, которые могут позитивно повлиять на европейский путь Грузии. Это не просто факторы, это живые люди. Это президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сказала, что в случае победы грузинской мечты может подвергнуться политическим репрессиям. Сказала напрямую, что ее могут посадить. И второй человек, это, естественно, Михаил Саакашвили, который является одним из главных, наиболее, наверное, самых известных политических заключенных в мире. Вот как вы думаете, насколько эти люди могут определить судьбу Грузии? Ну, я не знаю, вы знаете историю, как Саломе Зурабишвили стала президентом? Ну, я знаю, что были выборы. Может, какая-то была интересный подтекст этой истории. Я Очень не интересный настолько подтекст. глубоко в грузинской политике, так что... Очень интересный подтекст. Дело в том, что со стороны оппозиции, там бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе был, вся оппозиция его поддерживала. А со стороны правительство со стороны грузинской мечты была Саломе Зурабишвили. Она и победила в жестокой борьбе. Эта фальсификация уже не называлась фальсификацией, потому что просто навязали на голову Грузии вот этого человека. Да, сейчас она в оппозиции. Да, сейчас она лидер оппозиции. Ну, а у меня остались какие-то старые взгляды все-таки. Когда человек 10 лет назад сказал, что чуть больше, что войну в 2008 году начали грузины, нас обвинила в том, что мы начали войну, да? А сейчас она по оппозиции, ну, как-то, знаете. Ну, то есть их нельзя ставить с господином Саакашвили в один ряд, да? Ни в коем случае. Я не буду их ставить в один, ни в Я коем бы... случае. Да, но я к тому, что просто у нее сейчас тоже европейские воззрения. Ну, я в принципе понял вашу мысль. Давайте вот про Михаила Саакашвили, да. Насколько ему еще оставаться в тюрьме, как вы думаете, есть ли возможность, что его выпустят досрочно, и какие перспективы его возвращения в грузинскую политику? О, боюсь, его еще долго не выпустят. Человек интересный, фигура контроверсийная, знаете, он и много чего хорошего сделал, и много чего наворотил, на самом деле. Я для Тот же наших суд, о зрителей котором мы одну говорили. ремарку сделаю, что вы как раз же послом, собственно, и были во времена президентства господина Да, он Саакашвили. был. Да. Но это просто, чтобы наш зритель понимал. Да, я был, и я благодарен и Саакашвили, и тогдашнему правительству в том, что вот тогда действительно у нас была свобода действия. Нам не навязывали ничего на голову, по крайней мере, в Министерстве иностранных дел и послам. У нас была свобода действия полная, и мы могли и делали все, что нужно для страны. Как только пришло, мне несколько месяцев пришлось все-таки поработать во время вот, грузинской мечты. Ну, там уже послы превратились в почтальонов, как бы, да. То есть никакой свободы действия. Вот это очень неприятно. Поэтому ну, и ушли сразу. Очень много послов сразу взяли и написали, и ушли сразу. Ну, Саакашвили, я думаю, что очень интересный человек в отношении в политическом смысле. То есть он реально лидер какой-то определенной группы людей. Это где-то, ну, как минимум 15% населения, избирателей, которые всегда пойдут за него и всегда будут за него голосовать, что бы ни случилось. И поэтому он, естественно, интересен для
Его бывшая его партия, то есть где он сейчас, ну, как бывшая, не бывшая, я не знаю, сейчас он сидит, естественно, он руководить не может. То, для его партии он очень интересный лидер, как бы, но это уже не та партия совершенно, абсолютно не та партия, она выхолощена, потому что очень многие ушли, такие фигуры, которые знаковые фигуры были во время Саакашвили, ну, сейчас партия такая более слабо выглядит, к сожалению. Вот. Но если Саакашвили освободят, то он, естественно, очень энергичный товарищ. Он гиперэнергичный, я бы так сказал. Он сможет опять вернуться в политику, и хотя бы вот эти 15% у него все время будут, за ним всегда будут, и он сможет как-то вот действовать на определенные моменты в политике. Вот вы сказали, что большая разница была между оппозицией и правительством. Нет, это так, не так, потому что оппозиция, вот здесь еще один момент, в чем я, ну как, не то что обвиняю, но в упрек ставлю президенту. Оппозиция должна была объединиться. Вот те четыре партии, которые перешли барьер и попали в парламент, да, они суммарно набрали примерно столько, сколько и правительство. Ну, там разница небольшая, суммарная. Но если бы они объединились и сделали бы одну большую такую группу, у очень многих людей в Грузии есть такое, знаете, такое ощущение, что вот эта синергия, она сильно подействовала бы на избирателей, и противодействовать вот этой синергии было бы очень сложно правительству, и оппозиция обязательно бы выиграла. Но, к сожалению, когда вот президент призвала всех подписать хартию, такую объединяющую оппозицию, да, в этой хартии было записано, что оппозиция, они должны объединиться уже потом в парламенте. Ну, извините, а как попасть-то в парламент сперва? Вот, пускай об этом говорят, партии думают сами, и каждый определяет свой путь. Вот это было неправильно. Она могла, у нее есть определенный авторитет, она могла как бы вот эту игру на объединение сыграть. Ну, вот так. А то, что грузины амбициозные люди и все хотят быть директорами, это вы знаете. Каждая партия тянула к себе, объединяться никто не хотел. Лидер нужен, один лидер нужен. Вот Миша бы этого сделал. Понимаете? Нравится он нам или не нравится, отнять у него вот эту харизму, вот объединяющую, да, людей, вот этого нельзя. То же самое, как с Трампом, да. Нравится нам Трамп, не нравится он с какими-то странностями человек. Но отнять у него вот эту храбрость, смелость, да, чтобы уйти. Он не ушел куда-то, да, из политики, не стал замыкаться в себя, а наоборот, он стал бороться и опять пришел президент. То есть Миша вот такой, он может. Ну, вот так вот. Пане Мамука, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю, за те, що знайшли час і з нами поспілкувалися. Дякую. Спасибо вам.